Здравствуйте, это программа «Репортер», я Алексей Коноплев. Если вы притомились после рабочего дня, я подниму ваше настроение. Потому что жизнь в Самаре бьет ключом в прямом смысле этого слова. Начнем бодро с водных процедур. Вы еще не обливаетесь по утрам? Тогда коммунальщики идут к вам. Сегодня ранним утром они уже нанесли визит к жильцам на улицах Масленникова и Мичурина. Ядреными русскими словами и веселыми брызгами доблестные сотрудники служб ЖКХ будили на рассвете самарцев. А все потому, что минувшей ночью на улице Мичурина вновь прорвало водопровод. Очевидцы уверяют, что новый нежданный фонтан возник среди дороги примерно в 2 часа ночи. И следующие пару часов вода лилась бурными потоками по улицам Мичурина и Масленникова во всех направлениях. Местами уровень потока доходил до колена взрослого человека. По словам самарских коммунальных систем, так прорвало водопровод диаметром 1000 миллиметров. К 8 утра его наконец перекрыли, утечка была ликвидирована. Но теперь коммунальщикам еще предстоит устранить последствия аварии. И вот тут жильцы близлежащих домов уже могут остаться без воды. При производстве работ возможны кратковременные отключения, сообщают СКС. Ну что, освежились? Продолжаем разговор. Кто еще остался в стране от футбольных баталий? Вот и Никита Джигурда приехал в Самару, чтобы поболеть за игру. Фрик отечественного шоу-бизнеса, человек, который сочиняет матершинные стишки и выдает это за искусство, любимое массами, Джигурда дал в Самаре концерт продолжительностью всего 30 минут. Но зато целый вечер посвятил футболу и девушкам. Репортер побывал на коротком концерте и не пел «Оппа-оппа, Джигурда». Лохматая рыжая грива, черный, как смог глаза и хрипотца, переходящая в рык. Это Никита Джигурда на сцене самарского ресторана. Странные танцы и нетипичный для мужчины сценический костюм. Так Джигурда пытался эпатировать самарскую публику. Но даже килтом и первобытными жестикуляциями местных зрителей не удивишь. Когда-то он начинал с исполнения стихов Высоцкого, даже в Самару с такой программой приезжал. Теперь в его арсенале короткометражки собственного сочинения. И это, как он говорит, стихи на народном языке, а по-простому сплошная нецензурщина. С этого Никита начал и этим же закончил свое выступление. Но местная молодежь отпускать эпатажного матершинника не собиралась, без пародии на Ганган Стайл от Джигурды. И тут даже народные хиты из мультиков не спасли положение. Джигурде пришлось покинуть сцену. Эпатажного артиста хватило всего на полчаса. Но зато после выступления Никита с удовольствием раздавал автографы и устроил фотосет. А в соцсетях и вовсе отметился как ярый футбольный болельщик. Джигурда смотрел трансляцию чемпионата мира в одном из ресторанов Самары. Может, за этим сюда и приехал. На этом у меня все. Прощаюсь до завтра и желаю вам только положительных потоков счастья и летнего настроения. Все будет хорошо. До встречи.